я почему еще раз говорю и хочу призвать и напомнить их, что они находятся не в оппозиции на сегодняшний день, а правят страной. Они находятся у власти. Потому что тогда, когда они находились в оппозиции, давайте вспомним вместе, что они говорили. Что Демпартия там имеет фирму прокладки, да. При закупке электроэнергии они воруют очень много денег, да. Вот уже давно нет Демпартии у власти. Вы у власти на сегодняшний день. Логика такая, если мы воровали, тогда вы бы сейчас убрали все эти фирмы, и тарифы нужно снижать. Логично или нет? Почему тогда получается, что вот они на сегодняшний день повышают тариф? И когда они были искренне, тогда, когда говорили, что есть резервы и нужно понижать тогда, или сегодня, когда они говорят, нет, они должны были тогда повышать.